Ну, со шкурками просто ничего не цепится. Оно будет как копченое. Сашку, сюда можно? Сколько я буду? Потому что горечь. На память оставлю. Будет время голодное, скажете, а как я так? Так, посмотри, сколько. Двое давали в мешочке, отдай кому. А кто еще давал, что-то знаете? Женщины, по-моему. Это я все выброшу. Алочка, куда потом? Вот это что за документ? Имеет к нам отношение или нет? А. И по берегу радусях бой, сын воскресе при гневе над гробом. И мертвые воздвигнувые люди, веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, слава Богосподня на тебе воссиял. Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая красуся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Спаси, Господи, помилуй рав своих, милующих и питающих нас. Спаси нас всех, страждущих, темницы сидящих, в больнице, сирот, вдов, священства и всех православных христиан. Избави от всякие скорби, гнева и нужды, от всякие болезни душевные, телесные, душа нашим полезная сотвори. Светися, светися, новый Иерусалим, слава Богосподня, на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися сегодня, ты же чистая красуся Богородице, о восстании Рождества твоего. Изо рта кусок вытащит. Давай, доедай, монашка. Корчиной проезжает и спрашивает, а где здесь монах Глушков живет? У него семеро ребятишек. Ну зачем два раза? Ну да печи мне вот это все знаете, ой, ладно, потом. Да еще, бабка, что ты творишь, а? Я сегодня не позвонила вам. Ну ничего, 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 я уже встал. Я уже встал. А где блудил? Нет. Не дома я просто. Ну понятно. Праздники. Не переживай, мне Никита позвонил. Смотрите, чтобы объедки не оставались никогда. Вот это плохо, когда объедки. Не надкусанные кусочки, ничего, чтобы не было. Я же суп подчислю. Наденька, спаси Христос за суп. Вот, накормила меня. Передай. Вот такое вот у нас здесь состояние. А я еще вчера перекормила свою роду. Так я сегодня голодная, как плохо. На. Мне еще это.